Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Начинаю новый, такое болтологическое видео. Покажу свои кое-какие новинки, покупки, приобретения за последнее время и расскажу последние наши новости, можно так выразиться. Я без макияжа, потому что я сегодня красила волосы. Как вы видите, я все закрасила, как обычно, ничего у меня нового не происходит. Вот. И, короче, пока все это дело смывала, пыталась оттереть и смыла всю свою косметику. Но видео хочу для вас заснять, поэтому я надеюсь, что я никого не напугаю, хотя многим, наоборот, я нравлюсь без косметики. Так что, возможно, даже кого-то порадую. В общем, я вам покажу в этом видео, давно не показывала, свой заказ с сайта Фармакосметика. Значит, у меня заказ не просто так. Хотя я все время об этом говорю, что у меня все не просто так, у меня все продумано. Но все же, девочки. Я его еще не открывала. Меня забрал его муж. До пункта выдачи я, девочки, заказываю. Мне очень нравятся хорошие цены, скидки, акции постоянно. То доставка бесплатная, то какие-нибудь 50% там скидка и так далее. Я купила все это со скидкой 50%. То есть я вам оставлю ссылки, я постараюсь оставить ссылки. Если не оставлю, кого-то что-то заинтересует, обязательно напишите мне. Я заказала очень нужные вещи. Смотрите, как все упаковано хорошо. Они всегда все хорошо упаковывают. И здесь мне даже положили подарок. Давайте я и начну с подарка. Я вам покажу, какой обалденный здесь подарок. Сейчас вам покажу. Вот такая вот пенка. Полноразмерная версия, пенка с пантенолом, гель-пенка для умывания. Бережный уход без иссушивания и раздражения. Посмотрите, какая прелесть. Полноценная версия в подарок, 150 мл. Супер, я с огромным удовольствием попробую, потому что марка Кора, в принципе, мне нравится. Не все продукты там хорошие, но в большинстве своем... У меня такая шишка, это я волосы убрала покрашены. Вот. В большинстве своем мне очень нравится. И я заказала от марки Кора на пробу солнцезащитные средства. Один это для лица и тела с SPF 50, и второй тоже для лица и тела с SPF 30. Высокая защита. В общем, вот такие вот средства. Я попробую. Потом обязательно вам расскажу. Но они очень напоминают средства от La Roche-Posay. Я тоже, раньше я все время на лето заказывала себе солнцезащитные средства именно от марки La Roche-Posay. Здесь даже очень похожая упаковка, посмотрите. Это я тоже заказала, в этом заказе у меня было. Это гель после загара, который очень хорошо восстанавливает кожу, если, не дай бог, вы обгорели. Даже если вы не обгорели, а вы находитесь на море, и кожа у вас как бы высушивается, да, то вот это вот как раз просто супер палочка-выручалочка. Хотела подобное средство от марки Кора, но не нашла. Ну и, соответственно, пришлось заказать. Цена, конечно, на него очень высокая, но он стоит своих средств. Я надеюсь, что он действительно стоит своих средств. В общем, вот такие вот у меня вот такой заказ. И за этот заказ я получила вот такую вот пеночку для умывания. Мне кажется, это просто, просто огонь. Спасибо большое сайту Фармакосметика. Вот, ну давайте я вначале все попробую, а потом вам и расскажу, понравилось мне или нет эти средства. Вот. Ну и из новостей хочу вам рассказать. Хотела еще показать вам огород, но уже на самом деле нет времени, скажем так, на это. Дело в том, что мы уезжаем в отпуск. Я думаю, что когда вы будете уже смотреть это видео, я уже буду на месте, и все будет отлично. Но мы уезжаем в отпуск, мы уезжаем в район Анапы. Не совсем в Анапу. В общем, мы когда приедем, я там все покажу, расскажу. Достаточно надолго мы уезжаем, до конца июня. Вот. Всей семьей. Вот. Поэтому на самом деле май у меня был такой достаточно, ну, можно так выразиться, сложный месяц. Мне пришлось просто... Я не знаю, я бегала как этот самый, потому что нужно было и собраться, и посадить огород, и все подготовить. Я же не могу просто уехать.
У меня собаки, коты, огород, мои цветы и так далее. Мне нужно все это подготовить к своему отъезду, собакам закупить корм и так далее и тому подобное. С собаками и котами останется моя мама, и она будет с ними тут жить. В принципе, для них они остаются жить. Вот мне как-то кто-то писал, что как вы можете бросать животных и так далее, уезжать там отдыхать. Они остаются дома, и они в своих привычных условиях. То есть они не где-то, не кому-то. Они остаются здесь дома и будут жить так же, как они жили и со мной. И, возможно, даже и лучше, потому что никто к ним не будет приставать, смотреть им уши, глаза, залезать в рот там и так далее и тому подобное. Потому что я их постоянно тереблю, то я их чем-нибудь обрабатываю, то я их мою, то еще что-нибудь происходит. Вот, возможно, даже они тоже от меня отдохнут. Почему бы и нет? Я в такое тоже верю. Вот. Так что буду жить себе замечательно. Я же не насовсем бросила, да, животных. Я обязательно к ним вернусь. Ну, также цветы, огород. Я все подготовила, все прополола, все сделала. И достаточно будет только поливать, ну, в такую жаркую погоду. И кормить моих хвостатиков всех. Ну, и цветы комнатные тоже поливать. Вот и все. Ну, а мы поедем отдыхать. Вот, поэтому я, кстати, тоже, видите, решила покраситься. Надо было раньше краситься, а не перед поездкой. А я покрасилась, всегда тяну. На самом деле, меня тоже спрашивали, как часто я крашусь. Девочки, крайне редко. Вот пока уже совсем не стану заметны седые волосы, а у меня очень много седых волос вот здесь вот на висках, вот в этой части. И когда они мне не покрашены, я когда вот так поворачиваюсь, кажется, что у меня вот здесь вот залысины. Но залысин здесь у меня нет. Это у меня седые волосы. И вот здесь вот тоже вот у меня как бы по пробору тоже становятся заметны седые волосы. Я крашу черной краской, но она у меня вымывается, и цвет получается такой темно-темно-каштановый. Темно-темно-каштановый. Поэтому я, как всегда, вчера до 2 ночи сидела, делала ногти, потому что днем у меня нет на это возможности. Сегодня вот сейчас покрасилась, в общем, поснимала для вас видео. В общем, вот такое вот у меня получилось видео. Вот эти солнцезащитные средства, давайте я попробую и потом вам оставлю. Как раз таки на море и протестирую, насколько они хорошие. Потому что я купила SPF 50 и SPF 30 почему-то. Наверное, надо было обе SPF 50 купить. Ну, как-то вот я, что называется, не подумала. Вот, ну ладненько. В общем, на сегодня уже буду с вами прощаться. На самом деле у нас уже 9 вечера. Мне еще нужно собраться до конца. Я уже наполовину собралась. Еще немножко надо пособирать своих вещичек. Вот, и все. Завтра мы уезжаем. Едем мы на машине, кстати, да? С мужем за рулем. И я тоже за рулем. И муж за рулем. В общем, ну, едем на одной машине. Просто, наверное, будем меняться. Не знаю, посмотрим. Хотя я не люблю ездить вместе с мужем. Ну ладно. В общем, я уже, следующий влог уже будет по приезду. Я вам все покажу и расскажу. Так что надеюсь, что вам было интересно. Всех люблю, целую и до новых встреч.